Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить блядомен наш Legacy of Kain, наследие этого Kain. Нашел, короче, секретный проход вот в одном из зданий, нужно сдвинуть табуретку. Здесь у нас будет... А что у нас здесь будет? Подожди. Прикольно. А я не знаю, что здесь будет, я сюда еще не... А, нам здесь карточки дадут. Окей. Только нам нужно, чтобы карточки нам дали 99 штук. Да... Что? Хорошо, это было в этом здании, вот в этом, вот в центральном. Ладно, нам нужно, короче, туда привести чувака. Просто привести живого челандрека. Живого человека надо привести вот в это здание. Так, спокойно, сейчас мы превратимся. И чтобы нас никто не тронул, мы возьмем контроль разума. Возьмем вот этого бабаня и пойдем сюда. Потому что я здесь всех тогда перебил. Случайно, бармен только остался. За барменной стойки я его никак не вытащу. Так что пойдем этим чуваком. Ну, тут, наверное, ну-ка, сейчас может быть закрыто уже будет. Не, стул тут. А ты че меня бьешь, слышь? Я обычный стражник, ты не должен меня бить. А, ну хотя. А возможно, мне не хватит дальности действия заклинания. Ну хотя, сейчас проверим. Это же я правильно все делаю? Ну, вроде да. Какой он медленный, этот чувак. Еще медленнее, чем наш Kain. А хотя догоняет меня, как я не знаю. Как зайчик в поле. Пролей свою кровь во. Ради меня, и эти артефакты станут твоими. Да, ну давай. 99 штук не помешает. Шел к силам духов за помощью, вампир. Угу. Поведай свои секреты ради живительной силы крови. Конечно. Ой, чувака расхерачило просто на 4 части. Обалдеть. И чё? Подожди. Надо проверить. Не наебал ли он меня? Изолирующий плащ. Противоядие. Да, смотри, 99. Вот этих штук, взрывчатка. Теперь можно ей пользоваться, это же четко, да? Взрывчатка четко. Так, теперь смотри, куда нам нужно идти. Я хотел сходить вон, где я говорил, что как туда попасть. На полнолуние мы пока что не рассчитываем. А сейчас скажу, куда нам нужно. Нам нужно бляха-моха. Нам нужно вот сюда. Хотя можно в крепость Малька летануть. Я не помню, подожди, сюда или в крепость Малька нужно? Ну, короче, где-то в эту сторону. Чтобы найти вот то место, где я говорил, что было бы неплохо, типа, там по воде погулять. Тут же налево нельзя, тут только направо. Вот это возьми. И давай возьмем, наверное, вот этого чундрика, чтобы быстрее немножко передвигаться. А то бегать вот эти побегушки. Ой, тут народ... Ни хрена! Слэйх, а ну-ка! Свалил, блядь, нахер, сучка! Нифига они жесткие парни. А ну-ка подошли оба два. Так, нормально, похилились. Эти, я думаю, меня сильно трогать теперь не будут. Пошли они нахрен. Зажали. Грешен, знаю. Зажали меня немного. Так, вот тут, смотри, вот это место. Только я как-то попадал через... Короче, нам по вот этим вот пещерам нужно полазить и найти там кровушку-муравушку. Кровь веков, которая что-то там... делает. Только я не понял, что она делает. Ладно, давай здесь превратимся в духа, чтобы не прыгать нам этим чумабендом. Я пойду по духовском. А тут у нас ничего нет. Там вот смотри, можно сюда, потом вот тут пещера, и вон там пещера еще есть. Мы как-то это все нужно обследовать нам в этой серии. По-любому. Тут у нас эти упыри. Сейчас мы сделаем вот так, чтобы они нас не трогали. Привет, пацаны! Тут можно зайти? Почему нельзя? Тут же проход. А чё у вас шатерки ваши закрыты? Чё за херня? О, за тобой кто-то стоит. Кто?
То, может, вот это? А чё входа-то нет? Подожди, там был вход в эти, можно было ходить в эти здания, а тут теперь ничего нельзя. Чё за херня? В этих местах ночи могут быть довольно холодными, странник. Я могу тебе помочь. Да я знаю, ты мне уже предлагала, подожди. Не, женщина. Так, давай-ка мы тут, короче, немного... Да уйди ты, слышь, ты, ловкач-то, етить твою матьный. Нам нужно здесь найти вход, короче. Да-да-да, наперед, наперед. Вход где-то... Я просто тут уже шарился, если что. Я искал, куда идти, чтобы потом в серии не тупить. Вот в этих пещерах, по этим пещерам мы бегаем. Давай я возьму, короче, вот этого, чтобы побыстрее. И нужно найти кровь веков, что-то она нам даст. Только я так и не понял, что я там не сильно так... Да уйди ты. Не сильно понял, что она мне дала. Чё-то... Теперь тебе не страшно. А что не страшно, так и не понял. Только где она есть, надо вот это еще найти его по этих пещерах бегать. Кажется, направо все время нужно идти, но не помню. О! Здорово. А ну-ка, кровь веков. Вот смотри, что она скажет мне сейчас. Вот слушайте внимательно. Нет, не причинит тебе вреда, ибо наша кровь защищает. Кто? Мед? Какой нахуй мед? Подожди. Снег не причинит тебе вреда. А, снег. Ибо наша кровь защищает. Снег! Снег не причинит мне. Ты, блин, я думаю, что за херня? Что мне там не причинит вреда? Так и не понял. Снег не причинит вреда. Окей, я теперь уже вообще всемогущий, могу и под дождем, и под снегом целовать кого угодно. Так, мне похрен на эти все дела. Так, ты, взрывоопасная херня, иди отсюда куда-нибудь подальше. Теперь мы просто идем назад, тут больше в этих пещерах вроде ничего нет, я все обшаривал. Нам нужно вернуться теперь назад. Просто, здесь надо было просто кровь веков найти, и все. Та-ра... А, хотя, подожди. Ну-ка, стоп. А я не был вон там. Хотя я вроде все эти пещеры шарил, но я вот туда не знаю, как попасть, серьезно. Через какую пещеру нужно идти. Я вроде везде, с каждого входа в каждый вход заходил. Здорово. Да отвалите, ну вы затрахали, пацаны! И так времени нет, а вы ебете мне мозг тут за... Сука. Говна кусок. Затрахали уже, иди отсюда, блядь. Пузатый жир. И чё ты не вдохнешь? Ты чё, заблочил, что ли? Ладно, дай мне чуть-чуть манны. Хорошо, а подожди, а тогда если в эту сторону пойти, это я выйду просто через центральный вход, да? Здорово. Уи-уи-уи-уи. Пошли вы нафиг. Еще буду на вас время тратить. Вот, смотри, куда я вышел. На три штуки вышел. А как мне вот туда попасть, серьезно? Я там вроде тоже был. Ну хотя ладно, давай сейчас вот тут. Давай я вот тут сохранюсь, чтобы пошариться, если что, если неправильно пойду. То-то-то. Ух ты. Ты что за херня такая? Шарик, уйди. Какой-то шарик и рычит как олень. А у меня броня, которая отражает урон, так что бе-бе-бе. Я здесь был? Или я здесь не был? Подожди, ниже я опустился, получается, да? А это куда тогда? Тю-тю-тю-тю! Да-да-да, я сзади тебя вообще был, не помню, не понял? Я сзади него был, он меня ударил. Почему вот эти вот кляксы орут как... Орут как эти, как какие-то звери, я не понял. Вы же кляксы. Они победители! Чё они орут-то? Смешно, да. А может быть это куда-то где-то? А, нет, это не то. Вообще не туда. Да то здесь сохраняшка была. А это я на самое начало выперся. Получается...
Так, а подожди, а если я тут... А я, вот так, вот, смотри, я могу, в принципе, здесь ничего не произошло, я могу просто загрузиться. А, вот, вот здесь, смотри, вот тут, прыгнуть наверх, вот тут попробовать. Ну, хотя это вроде тоже не туда. Запрыгни. Запрыгни. Это вроде тоже не туда. Ты издеваешься... Они меня выкинули просто нахрен с входа, говорят, чё ты тут делаешь? Забыл тут что-то, а иди нахрен отсюда, блядь. Вот так они мне прям и сказали. А вот сюда и вон туда, смотри, два хода есть. Что такое? Чё тебя колбасит-то? Так, вот тут ход есть. Ай, блин, это назад. А, это... Так, короче, здесь я не знаю, как вниз попасть, серьезно. Вниз не работает. Угу. Ладушки, оладушки, давай пойдем назад. Нам уже вот в эту. Правильно? Блин, ну ничего страшного. Ладно, полазили чуть-чуть. Быстрее давай. Угу, копьеносец. А куда, кто помнит, куда мне идти? Вот сюда или туда? Вроде сюда. Мне нужно на... О, отлично. Привет, пацаны. Привет, пацаны. Все нормально. Окей, я пойду вот сюда, окей? Посмотрим, что в этой пещере. Давай сейчас сохранюсь. А... Ух, так, превратись назад-ка. Кажется. Ой, а тут сохраняшка. А тут портажка. Ладно, значит, какая-то пещера годная, если здесь сохраняшка есть. Если перед пещерой дают сохраняшку, значит, там что-то будет такое хорошее, очень. Даже и по жопе дадут. Угу. Сейчас мы туда сходим. Сейчас мы туда сходим, посмотрим. Чё там? 24 дня, 12 часов. Мне еще в полнолуние как-то надо в эти грёбаные двери. Не знаю, как вычислить это все. Когда будет полнолуние, нужно не провтыкать просто. Портануться туда, не помню куда. Сердце. А чё это? Как он достал меня? А чё это, подожди, за заклинание будет? Чё-то этот жирный вообще никчемный. Ты видишь, он, короче, с одного удара ложится. Эй, вы по диагонали? Они победители! Они победители! Все-таки есть тут, короче, эти приколюхи, как их бить? Вот смотри. Они победители! Нифига у вас там. Так, этот не попадает, хорошо. И тот не попадает, отлично. Смотри, никто не попадает. Ай! Ладно. Эй! Мудозвон! А, хорошо, есть мана, есть карточки, есть рычажок. Два даже. А есть какая-то разница? Тут же открыто вроде. Или нет? Ну, давай нажму. Ладно, мне что? Впадло, что ли? А, нет, там закрыто было, прикинь. А я думал, там открыто. Окей. Что это за карточка? Человеческий разум весьма хрупок. Одно сделанное вовремя ошеломление может лишить их сознания, и они будут готовы к поглощению. А, это оглушение. Это типа оглушение, ты типа делаешь вот так бам, и потом кровь пьешь, понял? Ну это, конечно, бесполезная вещь немного. Немного бесполезная вещь. Они победители! Действительно, смешно. О. А не достану. Мне нужно как-то их засосать. Чувак, подойди ближе, слышь. Ага, достал, окей.
Типа их нужно было убить вот этой магией. Ну ладно, но ошеломление, в принципе, как таковое никчемное. Оно, в принципе, ненужная вещь. Опа, жизнь этого. В принципе, хреновая вещь. Только подожди, а что у меня по центру стояло? Душ. Ну хотя, ладно, пускай стоит. Не знаю, ну оглушение, ну оглушил, да, кровь выпил. Ну это если манна есть. Хотя я могу же просто это... Вот так вот сделать. И все. Они победители! Ха-ха! Слышь? Эй, ты! Почему ты не бьешься? А, ты за камнем спрятался, что ли? Все, видишь, и как хорошо. Оп, и все. Понятно, здесь нам дали просто магию. А, и все, вернулся назад. Понятно. Здесь мы приобрели новую магию. Которая, как бы, скажем так, может быть и бесполезная, да? Давай пойдем тогда в эту сторону тогда. Если я вот сейчас... Ну, не, за эту серию, скорее всего, не успею пройти. Вот сюда мы пойдем. Если тут куда-то прохода нет, я дальше не знаю, куда идти. Там я на карте показываю, типа, да, вон тебе вон туда, туда, туда. А как туда пройти, хрен его знает. Так что... Беда. Че, опять кляксы ходят? Рычащие, как я не знаю. Здоровая клякса. Еще и машет. Сука. А подожди, а вот эти штуки не разбиваются? Мне просто интересно. Я не это, просто мне интересно. Вот это вот бум. Ну-ка. Вот это. Они победители! Не разбиваю, чё. Блё. Они победители! Ты чё меня трогаешь? Я тебя не разрешал. Так, там большая клякс. Блин, она еще и ты смотри, как сука ходит. Ладно, возьмем меч. Возьмем, в принципе, пламенный меч пока что. Все нормально, мне крови хватает. Если не будет хватать, возьмем обычный меч, будем херачить. Или просто возьму и оглушу. А почему бы и нет? Если мне дали такую магию. Победители! Почему бы и не глушануть, правильно? Кто тут еще? Все. А куда это я вообще иду? Оу. Оу, так, там надо открыть. Ай! Прям в спину. Кто тебя учил в спину, сука, стрелять? Ай! Ай! Сука, на! Че за кляксы, блин, лазят? И орут, как динозавры. Так, стрелу мы догонять не будем. Так, куда ты? Раз, нажми. Кто делает кнопку двойного выключения? И раз включил, все, до свидания, нельзя выключать. А, привет. Они победители! Ну, эта штука горит очень хорошо. Она, наверное, из нефти сделана. Да что-то мне не хочется даже прыгать за этой карточкой, если честно. А что тут? А тут жизнь-ка. Ай. И мана. Да ты чё делаешь, ты дурень? И мана. И все. Блин, а что дальше тогда делать тогда? Получается, пещера, все, до свидания. Тут нету прохода. Там же не было прохода. Подожди, сейчас еще посмотрю раз. Тут же нету прохода никуда. Ну да, здесь были просто жизни и было просто манна, и все. То есть получается. А куда мне теперь тогда направляться? В какую сторону? Ща прям вопрос. Слышь, не маши тут мне. Так, а куда же мне теперь-то? Ну, я вышел, я молодец. Тут я все обшарил, я не знаю, как туда вниз попасть. Один, вот это у нас одна проблема, как вниз попасть. Один ход, но... А дальше-то куда идти? Вот смотри по карте сейчас. Мне показывает идти вон туда. Ща.
Блять, вот сюда мне, вон синее. Собор Акериус, да? А как туда попасть? В этот грёбаный собор? Через черный рай? Вон там он должен быть проход или где? Или где? Особняк. Нет, не эксит, подожди. Блять, крепость Малика. А что вот здесь? Подожди, давай сейчас полетаем. Просто по карте посмотрю, что где. Потому что что-то я уже не помню. Я не знаю, куда мне сейчас идти. Я просто в тупике. Сейчас реально в тупике. Это я здесь был. Это я помню. А если я выйду, куда я попаду? Да иди ты в корыто, сюда что ли опять? Ха-ха, прикольно. А так-то, если честно, на карте я немножко не там был, не? Подожди, я портовался вон слева оттуда, вот помните, смотрите. Хотя я, у меня, вот эта карта такая маленькая, что ли, что, смотри, стрелочка была здесь, а вот там стрелочка у меня вот там слева была. Получается, это то же самое место, да? Шука. Куда же мне тогда идти? По крепостям мы не полетаем, разве что в крепость Малька еще слетаю, ну-ка. Посмотрим, что там. Я сейчас вообще не понимаю, куда мне идти. Крепость Малька, ну тут я вроде шарился. А тут закрыто вообще? Или это открыто? А вот здесь дверь. А она закрыта. Подожди, а нужно как-то ее открыть, да? А как ее тогда открыть? Стоп, а как ее открыть тогда, эту дверь? Блин, тут сохраняшка просто. А как дверь открыть-то? А ну-ка, если я сюда портанусь. Это я где? Это я черт не знает где. Это типа... Типа был конец. Угу, ладно. Не по... Ну там дверь открыть... Там дверь есть, только я не знаю, как ее открыть. Чувак, успокойся. Будь спокоен, и все будет хорошо. Опять портал. Так, подожди, дверь туда и дверь сюда? Стоп. Блин, а назад уже нельзя. Ну ты понял, да? Сука. Сейчас полное затемнение, а не полнолуние. Смотри, полное затемнение. Воу! Тихо. Че за? И куда это я? Кнопка? Че за кнопка? Да, конечно, да. А че за кнопка, подожди? Кнопку какую-то нажал, я ее не нажимал. В прошлый раз. Воу! Вот у вас здесь ловушек так-то. Ай, прям в спину. Привет. Здорово. Пока. Ага, это тут... Да слышь, я же вас выключал. Так, а что я за кнопку-то нажал? Может, эта кнопка и была? Это в другую сторону. Тут открыто. А там почему закрыто-то было, а? Ой, блин, опять эта херня вся. Стоп, а там что? Там стоит мужик, и там дверь закрытая. Значит, я там буду, да? Там что-то... Ой. Чуть не напоролся. Там кнопка нажал, да. Окей, так а тут кнопку теперь... А, нет, так подожди, это я все делал. Это на время кнопка. Что? Ты чё? Меня в дверях закрыло, ты понял?
Ты видал? Просто тупо в дверях закрыла. Хо-хо-хо. Шикарно. Так, это я с другой стороны прошел, да. Ладно. Че, сдох, да? Я, короче, лазю опять по тому же самому месту, где я был. Если че. Да, 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 привет, пацан. А ты че, сдох? Ударил меня, что ли, да? Ладно. Так, а подожди, а как эту дверь тогда открыть? Ай. Чё-то не понял. В смысле? Кнопочку где-то нажал. Раз. И она открылась, да? Серьезно? Че? Тут кнопка была просто под носом. Еще кнопка. Куда я иду? Привет. Так, ты как хочешь, ходишь. Ты ходишь вперед-назад, а ты хочешь вот так, да? Ты дурак, что ли? Ты ходишь так или так? Объясни мне, пожалуйста. Ходи нормально. Да ходи нормально, сказал! Дурень, да пошел ты. Так, ты до конца? Не, не до конца. А, сердце, они знают, что меня тут будут бить. Ладно, давай используй одну. У меня уже 40 штук этих осталось. Штучек вот этих, которые... Стрелять, молнии, эти звездочки. Че, сдох, да? Подожди, а тут закрыто, да? Да, тут закрыто. Там еще мужик. Мужик сгорел. Ладно, ладно. Да блин, слышь, уйди. Ты бесполезный же кусок, ты знаешь. А я что-то такое, как будто бы здесь уже был. Не? Привет, ой, привет, привет, привет. Вы такие все приветливые, прямо обниматься лезете. Это пары мне даете. Они мне не нужны. Да, я здесь не был, смотри. Тут надо кнопочку нажать, я знаю. Аж две, аж три. Четыре. Слышь, что так много-то? А неправильно, что ли? Что, комбинацию нужно какую-то? Слых? Подожди, комбинацию нужно или что? О, привет. Отлично. Несложно. Что это? Что это? Кнопка. Сфера обеспечивала энергией машины. С его уничтожением механизмы машин прекратили работать. Теперь пришло время покончить и с создателем машин. Ты испытываешь мое терпение, исчадие ада. Ты хочешь узнать, что собой представляет мой меч? Так подожди, в смысле ты машины и все, в смысле? А я это? А я же его убил. Малька, я же его тут... побибздил. Не побибздил. Я же его побибздил. Тут я был, да? Ну да. Так а я же малька типа завалил уже. Я же, ну в смысле, я же не буду второй раз драться, правильно? Ну да, я здесь был, все уже. Ай, закрыли, сука. А в смысле закрыли? А что мне теперь делать? Подожди, а если меня закрыли, тогда что? Как мне теперь выбраться отсюда? Малек же там это. Иди сюда быстрее. Малек же то я уже с ним дрался, его уже убили, его нет. Я не могу с ним драться второй раз. То есть мне нужно просто пройти к нему и в портал туда щемануть. Или чё? А, опять ловушки. Привет. Да тут я не успею, потому что медленный. Ты чё? Кнопку надо нажать. Сложно. Ой! Вот это повезло. Ладно. Таран-да-дай-да-дай. Создатель, где создатель-то? А я этим не пройду все равно.
Потому что, видите ли, в форме духа у меня все равно прорезается, блин, урон. Сука. Мне вверх. Мне вверх! Или куда мне? Не, подожди, а где дверь? Кнопка. А, мне вниз. Привет. У меня, если что, жизни нет. Давай сейчас схильнусь. Вот этим. Так, ладно. Что у нас тут? У нас тут быстро гуляющие шипы, и мне нужно направо. Окей, вот так можно. Мы это все с вами, это все проходили уже 10 тысяч раз. Ну не 10 тысяч, но почти. Да не надо. А ты как? Ты вот так, а ты вот так, сука, дурень. Блин, короче, ладно. Потратил много я жизни, чтобы здесь погулять. Угу. Эти все равно дохнут кровяные. Они нам вроде, я помню, не дают. Они ни к чемушные. Пацаны, отстали быстро. Вдвоем. Вот видишь, чувак, что с тобой будет. Сука, таки черканула палаку мне, блядь. Ну хорошо, они что, огненным мечом хоть быстро, быстро дохнут. Здрасте. А я вообще-то застрял, если чё. Ха-ха-ха-ха! Серьёзно? Короче, понятно, блядь. Надо сейчас сделать вот так вот. Да. Где эта срань-то? Ну, давай вот так. Сейчас в склеп телепортнемся, потому что, я так понял, я отсюда уже не выберусь никак. Ни разу. Да. А чё так мало? Короче, я не знаю, куда дальше идти, если что. Вот прям вот вообще не знаю. Что у меня здесь было? У меня здесь было вот... Это не так! Ты дурбендул. Вот это сюда. Все. Короче, выйдем сейчас со склепа, полетим. Я не знаю, куда идти, серьезно, дальше. Просто куда мне двигаться, в какую сторону. Тут у нас этот... Горит с одного удара. В какую сторону мне нужно двигаться дальше, чтобы пойти по сюжету? Как мне полететь в тот город, который мне нужно? Куда нужно двигаться? Я не знаю. Вообще, если честно, просто не вкуриваю. Так что, ладно. В общем, в следующей серии, может быть, найду к следующей серии, куда идти. Полазию, побегаю. Может, еще какие-то секреточки найду, хер того знает. В общем, все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии. Вот-вот. Кстати, вот сюда надо будет сходить. Еще вот там секретка есть. Вот в этом здании. В общем, все, ребятушки, всем пока.